Знаете, сегодня такое большое количество покупателей пришли за iPhone 4 в наш магазин, что нам пришлось оттуда переехать. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, это выпуск лаборатории ИОН. Оказывается, нано называются не только технологии iPod, но и смартфон от компании HiScreen. И сегодня мы вам о нем расскажем. Начну с процессора. Тактовая частота его 624 МГц. Хотя что об этом говорить, давайте посмотрим, с какой скоростью смартфон открывает приложение. Начнем с меню «Пуск». Для него специально отведена кнопка. Заходим и воспользуемся офисом. Скажем Excel. Видите, быстро открылся. Если мы хотим что-то ввести, тоже никаких проблем у нас не возникает. И что еще? Могу показать вот такое вот меню карусельное, которое тоже очень оперативно работает. Проблем не возникает, аппарат слушается хорошо и откликается быстро. Несколько слов о дисплее. Диагональ у него 2,8 дюйма, он резистивный, отображает 65 тысяч цветов, разрешение 240 на 320 точек. Управляется стилусом, который идет в комплекте. К сожалению, у аппарата всего 256 мегабайт встроенной памяти. Но не стоит расстраиваться, потому что под аккумуляторной крышкой находится слот для расширения под карту microSD. Немного ваших усилий, и у аппарата заметно прибавится памяти. Несколько слов об операционной системе. Здесь установлен Windows Mobile 6.5.3 с доработанным интерфейсом. Для этой операционной системы уже создана масса приложений, которые придутся вам по душе. И я думаю, что аппарат понравится любителям олдскула, потому что, во-первых, это шестая версия Windows Mobile, а во-вторых, он управляется стилусом. В этом смартфоне имеется Wi-Fi, Bluetooth, модуль GPS. Также установлен пакет приложений SPB. Сейчас о нем расскажу поподробнее. Пакет приложений SPB помогает максимально эффективно использовать функции вашего мобильного устройства. Запускаем. Вот с помощью кнопки «Запуск». Ну, заходим в программы. В частности, есть такое приложение, как SPB-TV, которое позволяет просматривать в режиме онлайн ряд каналов. Вот, в частности, Евроньюс, Россия 24, РБК. Также есть переводчик, знаменитый переводчик Prompt. Ну и масса других полезных функций, как для общения, так и для разных мультимедиа решений. В комплектацию входят наушники, USB-провод, установочный диск с программами, инструкция по эксплуатации и адаптер для зарядки. И что очень приятно, это запасной стилус. С вами была лаборатория ИОН. До новых встреч!